стоим трёх пал. И поэтому у нас получается так весело, живо, разговаривать. А вообще-то здесь жара чувствуется значительно сильнее, чем на территории отеля, а тем более возле моря. Это капусе. Ну что же, пройдем на территорию, да, отеля. Там сейчас ходим к тем машинам. А, к машинам сходим, посмотрим. Ну так вот, ну так оно и есть, что наш отель здесь вот крайний, вот дорога, и как-то она заканчивается. И сейчас мы сюда пойдем и посмотрим, что там вообще происходит. Олька говорит, что аккумулятор ужасный. Поэтому он быстро садится сюда. Где-то там за курчиком наш отель. Я подъезжаю через деревья. У меня вот это вот Сердюковская. Это где вот мандраж, что нас везде сейчас будут гонять. Мы там дойдем, я там буду прыгать. Туда нельзя, да? А там кто-то есть? Да. Здесь на территории отеля мы обнаружили вдруг. Через 3 дня. Нет, не через 2. Ну, через 2 вот на 3 дня. Это дайвинг-центр. Там течется разного рода аквалангические принадлежности. Хотя там это пробежали как-то в первый день во время разведки. Ну, такое красивое здание, мы почему-то не знаем. А почему-то вот здесь двери какие-то сегодня. Оля, как ты думаешь, что означает вот этот знак? Вот это. Туризам? Туризам, да, это на себе посмотрел какая-то итальянская фирма. Связано с анимацией, с отдыхом, с организацией отдыха в итальянце. Вопреки большим ожиданиям, никто нас не стал так гонять. Потому что мы сказали Хайсу, что он нам приветливо улыбнулся. И все, ему пошли так. А вот там вот море, которое красное, на самом деле сказочное море, поскольку мы, конечно же, уже купались, но вот, ну, здесь такой пустырь. И мы предполагаем, что здесь будет строиться когда-либо отель, как это происходит, например, вот там. Пойдем вниз туда. Что мы можем ходить? Ну пойдем. Хочется отметить, что мы вышли на прогулку после обеда. Поэтому Оля передвигается как? Как? Тяжело, он ее шатает. Потому что она за обедом выела 2 огромных тарелки пасты. Ну, паста, я имею в виду макарон. Одну очень вкусную с какими-то помидорами, оливками, там все. Да, а вторую тарелку Оля выела с ракушкой. Поэтому она идет и... Дорога нас вывела сюда. Одной из частей нашего пляжа. А. Судя по всему, это заграничная часть. Находится на
пляжа. Вот море спускаться по лесенке с обрыва. А внизу под ней купательная часть пляжа. Ну, ее отсюда не видно. Мы здесь у нас доходим. Никогда-нибудь. Вообще здесь интересен будет контраст. Пустыню и того, что произойдет на территории отеля. Да. Ой. И что, пройдя КПП, мы попадаем на территорию, на клуб Club 3. Отели клубного типа, это важно. Да, деревня действительно, там написано Club 3 Village. Действительно, это деревня. Стояночка для автомобилей. Ты думаешь, это слуха или кто-то кто-то может что-то поет? Читает. Вот кто так петь не чит, он может кто-то понимает. Да. Служивающий персонал может, а что? Нельзя снимать? Ну, я думаю, что это не трудно. Ну, я говорю, так, не персонально, а там кого-то снимать.